Купание местной жительницы в Ленинградской области на крещение закончилось трагедией, так как она ныряла в купель по диагонали. Из-за этого ее моментально унесло течением, ничего сделать уже было нельзя. Об этом рассказала спасатель, инструктор по первой помощи Любовь Кулакова. На оборудованных купелях есть ступеньки, там дежурят спасатели, я сама в свое время дежурила на купелях. И в них так, как эта женщина несчастная, никто не прыгает. Туда спускаются по деревянным ступенькам, а если что, спасатели готовы в любой момент подхватить, вытащить. Если не оборудованы, лучше в них вообще не окунаться, но если уж совсем приспичило, то купель должна быть на мелком месте, там, где нет течения. И ни в коем случае нельзя прыгать, объяснила спасатель в интервью Невским новостям. По ее словам, лучше всего ныряющего обвязать веревкой, чтобы его можно было вытащить в любой момент. Либо минимум два человека должны держать его за руки. Однако в необорудованных местах от купания лучше вообще отказаться, так как жизнь все-таки дороже, подчеркнула Кулакова. Также она напомнила, как правильно действовать, если человек провалился под лед. Если мы гуляем по льду и понимаем, что проваливаемся, то нужно слушать лед. То есть идти медленно, как на коньках, такими приставными шагами. Если лед начинает трещать и прогибаться, сразу же отходим назад по своим же следам или садимся, а еще лучше ложимся на лед, чтобы площадь была максимальная, и отползаем туда, откуда пришли, посоветовала инструктор.